Молодежь – это самая яркая, веселая и зажигательная часть нашего общества. А значит, и праздник в их честь должен быть соответствующий. Берег реки Клязьма в этот день был разделен на пространство по интересам. Такую идею оценила и будущая молодежь. Каждый мог найти занятие по душе. Например, сделать браслет дружбы своими руками. Здесь у нас есть кружочек. Мы отсчитываем третью по счету нитку 1, 2, 3 и ее перекладываем. И дальше опять 1, 2, 3. И технология повторяется. Перекладывая разноцветные ниточки по этой схеме, ребята могли сплести браслет для себя или своих друзей. Конечно же, молодежь любит смотреть различные шоу в социальных сетях. И стать их участником каждый мог прямо на новой набережной. Такую идею оценило и подрастающее поколение. Кидая попрыгунчик, ребята выбирали программу и выполняли различные задания. Праздник молодежи в этом году был особенно долгожданным, ведь в прошлом он не проводился из-за пандемии. Организаторы старались сделать этот день максимально ярким и незабываемым. Прям получилось, как мы и хотели, молодежная тусовка. Вот все в таком свободном формате, люди ходят по интерактивным точкам, в чем-то участвуют. Такой концерт, такой молодежный. У меня своя команда организаторов, которая вот над этим праздником старалась, чтобы сегодня было много-много людей на новой набережной, чтобы сегодня было очень весело. Одной из самых по-настоящему ярких и ожидаемых частей программы стал фестиваль красок Холи. На набережной разгорелась настоящая радужная битва. Каждый старался разукрасить яркие цвета любого, кто встречался на пути. После все искупались в клубах пены. Веселье, музыка и пена накрыли участников праздника в буквальном смысле с головой. Завершался день молодежи зажигательной дискотекой под открытым небом.